довольный глупец. Я сокрушу. В общем, надо подумать. Забегал на койлы тут кинул. В общем, мне понравилась эта тема, что я придумал на этом, блять, как он называется? На соляре. Мне прям хилить понравилось. Кайфовая хуйня. Ну да, это прохил как бы моментально сразу на цель. Ну, я просто думал, ну типа... Не знаю, гениальные мысли не приходят нахуй, не замечаешь вообще, блять. Просто ни с того ни с сего, блядь. Ну оно реально задержку убирает. А так я попытался, я думал, я типа, а там видишь... Пока ты ткнешь на него, да, найдёшь, пока ткнешь, блядь. Типа по воду смотреть хуйня. Пока ты посмотришь, кого цель босс выбрал, еще мышку наведешь на него, на этого челика, его же разъебут нахуй. Вот, и поэтому этот макрос это пиздец, бисовая хуйня. Вот именно когда тут туннелят, не знаю, может пвпшеры тоже юзают такую хуйню. Таргет дохуя, вроде у пвпшеров должно быть. Ты не посмотрел в начале, то есть первоначально, когда босс находится в портале, он первый каст перед выходом из портала кастует рандомного типа, и это не отображается ни в Вуду, ни в Хиллботе. Да, возможно, это будет проблемой. Ну нет, в Вуду должно быть, мне кажется, рамочка стопудово обведется, типа в кого-то. Вот люди, которые сдыхают, они сдыхают от непрохила именно вот во время выхода босса. В остальное время прохилить это очень легко. Все видно. Просто щитки висят, это сейвит на секунду, а потом какой-то, блядь, из кастов прилетает на чуть больше, и в итоге визуально как будто бы шотает чувака, не успеваешь ни хрена. Все то же самое, таргет. Вот тебе макрос. Массевы можно отдавать. И таргет не можешь взять, он еще не появился. Да. Массевы отдавать на каждый выход, он там раз в минуту исчезает. А подожди, как это он не появился, а уже, блядь, убивает кого-то? Ну тоже я не знаю. Нет, ты прям это я замечал. Не такого, но... Я не знаю. Это если таргет, если ты его не успел выбрать, а если его. Если написать, например, ник босса в макросе, то по-любому сработает. В кого он кастует, он же будет выбирать цель по-любому. Не, если он фактически не выбирает и разъебывает, это хуйня. Ну, типа, не знаю. Если запоминать тыкаешь, он когда уходит в портал, запоминалка сразу же исчезает. А это понятно, что исчезает. Но когда он появляется, ты на него тут же юзаешь, ну, или просто макрос делаешь, типа таргет босса. И все. Короче, там надо 3 хила, я думаю, оставить. Надо... В одного танка стараться как-то через более аккуратную игру, то есть без срывов играть, через напул. Вот, и дохуища ДД. То есть, что это, 3 хила, танк и 21 ДД, нахуй. И надо просто эту дуру быстрее сносить, и все. Терпение, ну, чтобы люди не ебашили бури, когда не надо, когда трэш уходит, чтобы он их не разъебал, и все. Напул, танк, хороший. Кого там в это? ДД. Биг Дэм, наш. Я здесь. Катрисия, давай в ДД. И круг воли, где ты там? Я на БГ пока, уже все? Понятно. Ну конечно, мы уже босс объем. Просто у вас там было, что там, 4 человек не хватало. Так, стратанем без двух, похуй. Катрисия, давай в кота. Потанчит. Бля, вы заебали меня сумонить, я тут стою. Вон я рыбу поставил, или не поставил, где? Где-то поставил. Рыба вот перед шкафом. А, я похавал, нормально. Сопрот 50 минут, ладно, похуй, будет пусть.
Короче, Катрисия в кота. Я, короче, первый на боссе. У Шатастик второй, Бурибай третий. Лингрен на бабах. Где Рокшейн? Где вы все? Кубы нужны. Сейчас. Так. Короче, что-то не могу биг дэма суманить. Ну, там на БГ, наверное. ВП хант, Ляночка, ромбик. Ляночка, ты ж куб нажимала? РДДшников мало, придется кому-то куб нажимать. Кино треугольник. Блядь, что, еще РДДшник есть какой-то? Этот. Валент, нажмешь куб? Я могу закрыть. На милике. А ты на ком? А, давай. Маршами. Давай ты нажмешь. Нахуй мне сумоничи. Кто там стоит сумоник? Вырубай мне сумоник. Я тут стою. Биг Дэм, ты где там? Сейчас я гляну, кто там у нас фкашит. Сколько тища был? Лунал был. Сколько тища? Но стресс. Что-то не идет дальше. Обители мои. Его нельзя сумануть пока еще. Он на БГ. Сейчас. Триплюх я пати кидал нахуй, что за хуйня? Ну, не порядок. Он такой посмотрел, о, воет пати кидает, не, не пойду. Он АФК просто, блядь. Молчи. А ЕПА аукто-систему совсем не рассматриваете? Это залупа ебаная. Мусор. Ну. Старый и забытый временем. Ну чё в ней хорошего в ауке, блядь? Вот чё, блядь? Ну, залупа не залупа, но... С учетом, что, допустим... К примеру, берем ЗС. Упала топ-триня, и мне начинает в личку спамить о том, что, чувак, пик не 10 или 50%. Точнее, 10%, чтобы я забрал за полцены, потому что мне она заебись. Ну, не слушай, если тебе надо, ты пиши. Ну, каждому надо понимать, ну, для чего вы играете. Если ты вот... Вот надо понимать вам, вот если вы сидите и вам... Ну, похуй, как бы, завтра ты днешь или через 2 года. Ты скажешь челику, да, ладно, забирай. Если тебе надо сейчас, ты уже заебался за них ходить. Нет, ты не уступай. Все, какие могут быть еще проблемы? Аук это такая хуйня. Вот я 100 тысяч накоплю, нахуй. Выпадет ебаный Т5, нахуй. Вот, он нужен всем, да хуя. Я его, блядь, буду своей соткой ставить. У пацанов там будет по 50 тысяч. А они там будут, нахуй, смотреть, о, блядь, он заберет. И буду там сливать свои. А потом хуяк стопну ставить, и все. И кто-то 50 тысяч сольет, блядь, и че, ну... Я хуй за это, параша полная, она несоизмерима труду, который ты затрачиваешь, тому моменту, сколько ты отдаешь, ну, несоизмеримо, там ограничений нет, блядь, и это хуево. То есть... все, никого не будет больше? Да. Давай, чекай на присутствие и поехали. Можно конкурент в полку убрать. Ну тогда вы просто, блядь, друг друга посадите нахуй и все, блядь. Хуйня ебаная. Вот и ПГП лучше никто не придумал. В ней тоже есть дохуя проблемы и лазеек, блядь. Но надо как-то почеловечески. Мы общаемся для этого. Вот, короче, все готовы, блядь, отчет. Надо общаться как-то, нахуй, на компромисс идти, там, ну, как-то по-дружески, блядь, всю эту хуйню решать. А не так, там, ты пидор, нет, ты пидор, там, я заберу, нет, я заберу, блядь, и все. Мы же, блядь, в игру играем. Нахуй нам это ссоры, вся эта хуйня. А потом глядишь, полгода пройдет, мы, блядь, и уступать не будем там топовым гильдиям, которые там, блядь, думают, что они красавчики, блядь, а вот мы есть. Тоже все красиво, хорошо убиваем. Идем на джайну, получим тактику и убьем. Я тоже на X2 был с челиками, которые никогда на ней не были. Первый состав убивает, второй не убивает. Нормально, убили, блядь, потраили. Недельки 2 или 3 мы траили, часа по 4, и все, и убили на 4-ю или на 3-ю неделю. Нормально.
Так мы не тренд, нихера. Ну, ну сейчас. Придем, посмотрим. То, не, что ну, там про 4 хила кто-то захиливает, я даже не знаю. Ну. Не, я не про джайна, я вообще. То есть мы приходим в рейд, например, соляра. Ты начинаешь материться, я ебал эту хуйню. Ему так, хуйню. Блядь, ты понимаешь, как обидно, когда захиливают босса на 10%? Ты его бьешь, он, сука, исчезает, мы ему 5% не сносим. Понимаешь, как это обидно, если его захиливают? Ну так нахуй, нахуй на него ходить, если, блядь, мы каст не сбить не можем, блядь. Ну, ответственности люди не чувствуют, не понимают, вот я хуй знаю. И тут мы возвращаемся к стандартной теме. Где ГП за косяки? Вот, ГП, хочешь помогать? Хочешь помогать с этим? Синдрия не было, видимо. Хочешь с этим помогать, помогай, потому что, ну, я не даю гарантию, что я прям как робот буду всегда всем за все хуярить. И не даю гарантию, что после этого не ливнет половина, блядь. Это что тебя не будут еще хуесосить потом. Это такая хуйня. Это такая хуйня, либо ты берешься. Ну, а ты начинаешь, нет? Да, я первый. Второй ушатастик, третий буримбай. Ну, вот просто насчет хуесосить, но это вот что-то хуйня. Мы только что обсуждаем, типа, эта игра, вся хуйня. А по факту выходит, ну да, ёбаный. Понимаешь, но это фактор, это тебя будут косить. Это образное слово. Ну, на самом деле, ну, не имею в виду, что прям кого-то отчитываю. Это просто, ну, как не знаю, как голос разума, блядь. Ну, ребята, вот, ну, допустим, мы сейчас не будем бить трэш, да, и выпнемся. Я скажу, ребята, ну, мы же тут хотим посидеть 40 минут в ГМХ ему бить, а не 3 часа. Давайте там поуважаем время друг друга. А если получается, что так, что, ну, люди не исполняют это, ну, или кто-то отвалился, там, ну, иногда бывает, да, скажешь там пару матерков, но оно, конечно, бы не хотелось этого, никому не хочется, ни мне не хочется, мне хочется прийти и все разъебать с первого трая, блядь, и тогда, ну, смысл хуесосить, ну, это в кавычках, не по факту, что я оскорбляю человека, потому что я хочу его оскорбить и самоутвердиться из-за этого, а из-за того, что я хочу, как бы, чтобы человек услышал, да, ну, блядь, немножко давайте поработаем, пошевелимся, блядь. Вот я с Буримая его могло разъебать, я поздно забрал, он уже в воздухе летел. Да, можно долго об этой всей хуйне говорить. Побыть 10 секунд. А чё? А, ну, таргет забагался. Кубы, ждем. Ты прожимаю. Ты прожимайте. Все, отпускайте. Этот, ушатастик забери, пожалуйста, сейчас на тебе босс должен быть. Вот сейчас Буримай забирай. Потому что сокру пожал. Вот я с Буримая буду забирать. Кто бьем, там? Бьем, архимандов. Демоны, а что, подводить надо, Буримай, прием. И демонов бить. И сбивать им косты еще надо. Давайте, уешьте. Язык куда? Я вот этого забрал третьего, по-моему. Каст тысячу ему собью. И проклятие диспельте там. Что-то он не кастует. Ладно, похуй. Кубы 10 секунд. По кубам вставайте, сейчас немножко в центр отведу. Готовимся. О, бесы, нормально. Пожимаем. Ромбик, все, нормально, отпускайте. Ну, короче, это... Стопните, короче, в пизду от греха подальше. Стопните, подождем, когда выйдут все бесы. Сейчас я чуть ближе подведу. Тогда их зауешим и потом переведем. Там дотки-то уже, уже 2%. Ну, он скорее... Ты, если слышишь, беги в сторону звездочки сейчас сразу же, если ты лагаешь. Чтобы не умереть. Все вышли там? К воротам подбеги. Нет, и еще. Стой там. Теперь все. О, все, это... Фулл АОЕ давайте по этой хуйне. Грибай забирай. Так, я готовлюсь забирать. Фулл АОЕ давайте там. Все, и на боссе 0.5%. Быстрее по боссу не играйте пока, дайте бесов добить. Вон последнего добивайте и переводите босса. Все нормально. Все, он ушел. Он пока на Буримая, потом я с него заберу. Сокру, да. Есть кубы? Нет, я не помню, дядя. Нету кубов на второй фазе. Просто бей. Просто бей, это манекен. Беги и бей. Долби просто. Просто долби.
туда отверну, а то он заведется еще, блядь. Ой, шатастик вообще там. Ой, какой бус. Да. Ну что, ты блядь? В школе считать не научили. Да, бывает. Отверните лучше от двери, а то если кто-то заслакает перетаунить, вот сюда поверни его, в центр. Туда к стене не надо отлетать, вот в центр. Тут до портала не долетишь, нормально будет. Он бребай. Бать, он криво стоит, пиздец, конечно. Угу. Дианца проебал, да, печать? Ну, можно. В итоге что-то решил по поводу... Ну а чё, ушатастик, где вот с меня забирание босса? Прием. Ну, забери Лингрен, ты. Висит у меня игра, я же говорю. Повисло все вообще. Будешь вместо ушатастика. Бурибай забирай. С тебя? Да-да. Бурибай, забери. Где? Забрали с тебя, нет? Нет. Бурибай! Прием! Хитти Лингрена, короче. Капли дал. Сейчас я буду забирать, у меня скинул. А вот он забрал. Кринж, короче. Ой. Ладно, у меня пока дебафа нет, постою. Да, на мне он был просто там забагался. А, наверное, забагался, ну. Ну ладно. Ну да, у меня дебаф есть, так что нормально. Сейчас Лингрена готовься забирать. Че, ДПС будет, не? Интересно такое. Возьми да побей. Я бью, блядь. Он бьет. Так и мы тоже бьем. Его бьете, значит. У нас минус 2 ДПС пропал. Ну, какой. Ну, у нас, во-первых, двоих нет. О, вот это я не знаю, что было. Уж Атастик с меня забрал до того, как мне дебаф повешали. А, да, добили уже. Мне надо две печеньки. Не знаю, брать, не брать. Не бери, дай мне. Ну мне только если правильно. Надо танка брать, он еще не собран, поэтому... Мне надо робокопа танчить. Так. А чё, сверчок работает или нет? А чё он не работает? Сержук. Ну я слышал, что чё-то не работает. Да, нормально работает. На ДЦ нормально будет? Блин, насчёт ДЦ не знаю. Этот остальной шмот без ГП, кроме печенек. Смотрите, кому надо там, блядь, чепуху эту. И сразу, короче, захидываю, кому Лингрен распыл. Сверчок. Надо кому-то хилы? Уф, Валиант. Мейн Ультра Прист. Ну, Приста, наверное, прикольно будет. Попробовать можно. Так, щит. По факту с тремя РДД я не смогу королей нормально бить. Ну, на королей могу на шамана зайти, у меня нет на нем КТ. Просто кинешь ЕПшку на паладина. Да не, почему там нормально? Ты сама... А чё вы хотите? Ну, 4 РДД, говорит. А, что РДД мало? Я могу с вечным Савалема. Сейчас подумаем. Если я надо. Могу в ЧП, да, тоже. А мы сдохнем тогда, мне в 3 хила. Ну это мне можно заходить, в принципе. Там... 3 себе может в сове. Ну или ты можешь зайти за РДД какого-нибудь, за что там, за сову. За ШПшника. Камень ШП. Камень ебану. ДКшника нет, получается. Че, у ДКшников ни у кого нет танка? Я могу спекнуться, но там анбафом 40к. Защиты сколько там, 560, наверное.
Ну, спекнись, я посмотрю. Окей. Так, Нати, пока лидера. Сейчас я зайду к Атрисе спекнется. Подожди, ну да, ладно, пускай. Так, у тебя лидера. Сейчас зайду на приста. Еще реворков нет, уже пацаны камни на 30 хосты делают. Хуярят там, прикинь. Опа, Волгарим появился. Берем? Берем? Да, да, берем. Вон еще ревиз, говорит, будет. Сейчас прибавится немножко. Что ты по ульде решил? Ну, я думаю, блять, а я вот не помню, нахуй, что я решил. Мы не пришли к согласию еще. Двойное, типа, дохуя. Оправдывать нечем тому, у кого один перс, и он да, только да. В одну сходит. Оправдывать ему нечем. Пускай второго заводит. В натуре, нахуй. Нихуя. Правило гильдии, либо два перса. Пусть у кого двое персов лутают на того перса, кем мы пошли, а не по выбору. Можешь какой-нибудь бонусик блядь, в виде там какой-нибудь воронки. Воронки? Нихуя, бля. Я буду не против. Я согласен, это такой бонус. Я тоже согласен. Так нихуя себе, ты представь. А что сделать надо за воронку? Ничего, это самое. Заходи, никакой замены у нас людей нету. Ну я просто к тому, что я уже запускаю ноутбук. Включаюсь. Видишь, в чем фишка? Воронка стоит 70 тысяч, нахуй. 70 тысяч голды, это тебе... 50. Ну, 50. Да, 50 это тоже дохуя. Они... Ну, эти, я не миллиардер, уже. Нахуй. Ну, типа, воронки раздавать. Я просто предложил, блядь. Не, ну это... Я понимаю, сердолик, я куплю там десяток, я могу какую-нибудь хуйню сердоликом придумать, да, бонус, конкурс какой-нибудь, фласы там. Давай, нахуй. Не, полироль 25 тысяч тоже дохуя, блядь. Ну, уже не полтинник, видишь, ребята торгуются. Ебануться, да мне красный не надо, мне оранжевый хватит. Так, сейчас. Или можешь, короче, знаешь, что сделать? Вот эти вот, как они, блядь, называются? А, ну тоже, блядь, минус голда будет. Ну, я хотел, типа, да, в неделю, короче, косарь голды, ты же 500 епшки даешь. Или уже поменял? Даю 500 также. Вот, кто идет, типа, двумя персами, тому можешь, типа, ну, типа, скинуть. Не, уж этот, Катрисия, давай в своей побей, потому что РДшников реально мало. Именно на этих, а дальше там глянем, спекнемся. Короче, пока нет такой заманухи, чтобы все нормально было. Пускай и этот самый ушатастик танканет. Ну, да будет нормально все. Нет, это без разницы, просто, ну, допустим, в 12.00 в субботу я не смогу, вот в 16 есть только. Не, ну в 16, да, нормально. И то иногда, наверное, не смогу. Но... Тыкните на шкаф. Может, потому что и так, блядь, РТ нахуй все время свободное занимает. Угу. Это, Равис, ты заходишь там? А ты кем, я забыл, кем ты пойдешь? Равис. Где он там? О, нет тут. Нету. Там у Шатастик танканет двоих, короче. А вот три пала, получается, что ли? Ну, получается, короче... У нас шесть, да, получается? РДшников семь. Нормально, сейчас еще... Я могу еще лапнуть. Если еще его спекнем, но... У Катриси так-то эрдру еще есть, можно его свичнуть. Хуй знает, сколько его сова даст. Ты сколько в сове даешь? Нормально, нет? Можно чуть лема... меньше когда. Он, типа, заебись, да? Ну, ладно, типа. Не, Эрдру тоже заебись. Ну, да и да, нормально. Ну, а сейчас с кем Рави зайдет? Суммон есть там? Сейчас, загружу, самогружусь. Ты на кого заходишь там? На кого, скажите? О, бля, а ты в первый был в ГМХМ, нет? Не, я вообще не было вчера весь день. Ну, тогда это, с собой заходи. Ну, окей. Слышу, Слава. Угу. Сделать так. Короче, у кого два перса, пусть лутает
на одного перса епшку за оба инста, а у кого один перс, блядь, минус 100 хп. Нихуя. Честно, попахивает так себе. Попахивает, потому что не факт, что ты попадешь в оба рейда, одним чаром ты 100% попадешь. Это такое себе. Так вам да. Двойной ЕП. Учитывая, что за один слаг 25 получаешь, ты себе 4 слага срезаешь, это кринж полный. Даун, нажмите, invisible танчит. А чё не суманули-то? Более разница приоров, которые дают одно и второе, все равно тоже есть как-никак. Чё там, лететь или чё? Или вы можете сумануть? Мы моба сейчас убьем. Ой, молодец. Я сегодня ноутбук относил на чистку, его почистили, продули, смазали, просто поменяли. Диагноз какой сказали? Все идеально. Не-не-не, перед тем, как взять, посмотреть, диагностику сделали. А, ничего не сказали, все нормально. Единственное, что батарея где-то в ноль. Могли бы сказать, знаешь, что? Блин, такого ноута мы еще не видели. Засранный хлам. Не, они знают, за что похвалили мой ноут? Нет. Они похвалили, что он у меня полностью чистый, родной, заводской японец. Ничего не менял ни разу. А сколько лет ему? Ему уже сколько? По-моему, 14, что ли, где-то. А, ни хрена. Или даже, не. Он 2006 года, то есть ему уже 17 выходит. Пиздец, кто-то на 2006 году играет, нахуя, блядь. Это где-то так мне сказали, когда я свой ноут относил, блядь. Когда 7 лет его не чистил. Не, я этот. Ну, раньше тоже на ноутах двигался. Он прям хороший, качественный. И вот, и раньше сам как бы относил, ну, тоже за бабки, нахуй, чтобы чистить. А потом решил, говорю, в одно время, да нахрен кому-то платить. Он посмотрел видосик, как там что разбирается, бах, разобрал, собрал, нахуй, почистил, все отлично. Ну, стационарника это проще. Нет, короче, ну, да. Фишка в том, что у нас танки паладина 3 и этот, и Мишка. Мишка двоих, как обычно. Мишка двоих. Ты, короче, этот самый Лингрен тащи крестик и будешь череп забирать, чтобы он скинул. Череп будет тащить тогда. Кто там? Рарник, давай в танк. А, кого скинул, не понял. Так может я потанчу, вы чек не спеку. А, ладно, давай. Ты чек не сначала. А, понял. Да, затанчит ебаный этот Рокшейн, дашь частицу на Тутилара, а гламур дашь на этого, на медведя. И все, и нормально, никто не упадет. Тутилар, тогда череп танчишь, вот тут в дымке, видишь? Вот, тогда не надо ничего забирать. Короче, смотри, там обновляется дебаф со второй на третью секунду. Вот на тебе будет дебаф, это темное говно. И ты, короче, на четвертой или на пятой секунде панцирь нажимаешь, и все, и он с тебя спадет. Вот как по КД смотришь и подгадываешь. Понял, да? Mm-hmm. Дебаф. Это, yeah. когда он закрытый. Когда он открытый, он просто зеленый хуйней хуярит, и все, и, ну, его бьют. Okay. Там изи. Алло, всем привет. 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 Ну тогда так же, Лингрен, чё, крест, а Бурибай танчи луну. Вот, на луне Валиант, ты тут? Валиант. Надо сбивать. Будет места есть? Нету. Блин. Надо... Я могу уступить, там, если надо там что-то отсюда. Тебе надо что-то отсюда? А вы где? ГМХМ. Груль. Надо. На кого тебе там надо? На всех. Я могу на руля зайти. Он же берет что-то, не? А приор там есть? Иди за мейна, ё-моё. Сколько раз тебе говорить? За приста. А у меня КД на присте. Ну так у тебя КД ты была уже. Вот, поэтому... А кто там нужен? ДДшка? Ладно, РДДшка. Сейчас будет... Да, я с тобой зайду. Так ушатастик удержать короля и киглера получается. Да, да. Я уже забыл ротацию на шипенах. Короче, Вален, сбивать луне надо будет каст молитвы исцеления, которые по всем мобам захиливают. Это что, селёдку ставь, да погнали? На какой погнали? Час. Там челик заходит. Я зашла. Загружаюсь. Слышишь, это снова... С
64, ретрику надо этот манускрипт на лужу брать, блядь. В натуре. А что там за манускрипт? А там увеличивает урон от лужи. Ой, я ничего не буду менять. Вот как есть, вот так и будет, нахуй. Да ты 5. Кто там уступает? Биг Дэм хотел. Я могу. Я вот хуй знает. А сколько ты совой даешь? 11. Лёха, а если это даст прорыв? Ладно, посмотрим, походу. Дальше. Ну, протонись тогда. А я в основном, если паладином, я же в основном танчу. Так что я дорасту до 5, да и все. Если паладины будут 25 выдавать, зашли фул розовый. Дайте блядь, шкаф. Заебатели. Уже сумма 0. Портал дайте. А, все. Так, когда боссы откроются, там никого не бейте, смотрите агро. Это что мне сорвали. Если крест сорвете, в рейд будет вайп сразу. Это. Так, все своих запомнили. Короче, давайте проверка для танков. А у тебя, Лёха, самый жирный щиток будет в Т4. Возможно. Ну, ты ж коровка. Ну да. Там щиток от ПП. Луна открылась, луну убьем. А знаешь, почему я не буду самым? Потому что у меня Т10. Ну так, агронабор будет повышать 2 пока. Т4. Я тебе говорю, у меня потому что 2 Т10. Ой, 4 Т10. Я понял. Взять 2 Т10, 2 Т4. Да я не буду Т4 брать. Я до Т5 дотерплю. Милики, вас много, собака еще живая, мне интересно. Чтобы не откидывал, надо это подальше встать от треугольника, который именно откидывает. Так, закрывается, открывается кеглер. Треугольник пошли бить. Ой, это опять за свое. Че? Давай тогда уже этому боссу дадим погоняло кегля. Он и есть кегля. Призен иди на пуль, я не знаю, что за рофл. Ну он киглер вообще-то. А не кеглер. Кегля, он и в Африке кегля. Че с рарником, блин, че обрыгивается? Нихуя себе. А сколько по стандарту дает значков по вот эта чарка от дара искателя этого города? Лок открылся. Лок объем. Давайте Геру. Гера. Как понять по стандарту? Ну, сколько значков? Ну, по-разному бывает 1-2 смешка. Собак заберите, пиздец бьют. Заберите, просто... кто там паладины, заберите собак. Там рандомно. А, там рандомно? Да. Можешь, не проклятие диспелить надо. Чисто так напоминаю, или вы пнуться хотите и слушать всякую хуйню от меня. Алло, диспелю! Моему пидору как сделать, пожалуйста. Встаньте так, чтобы вас не откидывало. Вы не можете ближе к локу встать, ну, чтоб кегля ебаная вас не откидывала, или как? Или заебись летается. Полет нормальный, блядь. 5 минут, полет нормальный. Вот я и говорю, блядь. Void гим на ману дай. Даю. Спасибо. Я надеюсь, это под тотем я сделал или нахуй надо? Нахуй надо. Под тотем. Слепоглаз добиваем.
Убили пидора. Так, что вы там, как хилиться вам? А чё по инерам? Вот я вижу инер в КД такого водикона. Катрисия, Равист, уважаемая Аделька. Как дела у вас с инерами вообще? Хилов план увидите, отслеживайте. Делайте это в самостоятельном режиме, потому что постоянно за этим смотреть РЛу, это, ну, это полная хуйня. Добиваем локу. Самостоятельно раскидываем в КД, чтобы был этот, как он называется, нахуй, инер. И будет охуенно. Игра себя играет. Отстаю, хилю, блять, у меня такая инера прилетает. Ага. Это охуенно. Следить за этим очень охуенно. Все, стоим, чилим. Резайте ману. Автоатакой можно обкрошить, только если он откроется, надо съебаться от него будет. Новое правило, кто не диспелит, нахуй. Не ЕП уже будет, а ГП будет, нахуй. У кого-либо мало, либо 0 будет. Но тут, в принципе, 42 и крайние 31, так что нормально все. Повезло вам. Хорош. Хорош объем. На рейндж встаем, сразу с огнем. Да, на сокру, короче, и 50 на 50 прожму. На смене. Читаю гимн на ман. Читаю на хп. Даю сокру. Нормально. Ждать, пока откроется. Фигня какая-то. Вроде после чистки думал, буду больше кадров, а стало, сука, меньше, чем был. Мальчик какая-то. Вчера на прощение, которое Гелем, это не королей, а волна ступой, его ничего. С теми бесконечными муглоками. Я думал, мы на гидросе заебемся, но вроде люди поняли, что делать, так что, блядь, вообще хорошо. Остается только каратреса проверить. Надеюсь, он не такой, как на X2 был, когда его открыли. Там вообще очко было. Но тут говорят, вроде так же шоты. Трезубец. Ну, хули, там 50 тысяч. 50 тысяч урона. Очко полное, блядь. Ну, шотает нахуй. Ну хули, 50 тысяч урона, что ты сделаешь? Тряпка ничего не сделала. Вчера видел, как No Mercy по-другому били. Уводили ханта нахуй. Не-не-не-не-не. Короче, раньше ж бабу понял, уводили в другую сторону комнаты. А чё Кирилл не активен? Ну, я вам не будет. Я вам расскажу, как будет, нахуй. Уважаемый Ушатастик и уважаемый Буребек, сделайте так, чтобы босс была, от него была прямая линия к Кеглеру. Тогда он его активирует. Если он будет стоять за углом, он его никогда не активирует. Мы просто будем вот так вот здесь сидеть час, два, три, нахуй. Во, активировал. Надо, чтобы босс видел этого пидора. Иначе он его не активирует. Он не видит, он стоит и чилит, нахуй. Катрисия и Вадикон, киньте иннер с бидона. Они сделали так, что, короче, били два танка. Каратеса, а не прик. Ну это, ну это я охуею, блять. А кто у кого танчил, типа? Ну, любой, ну, такой не сильно заряженный танк, ну, среднячок, скажем.
Каратреса держал непосредственно. А протопал, ну, правда, он в двух кусках Т5 держал всех остальных. Да, на два куска Т5. И там, получается, по КД под выстрелы в первую очередь заливали жрицу, понял? Под выстрел ее ледяной сдавались МА по КД, МА-сейвы по КД, там незыбы, вся хуйня, и бурстили ее, вот, сливали. Потом, короче, РДД, вернее, мелики и основная часть РДД хуярят ханта, а ШП хантами, ну, короче, высасывают ману с этого шамана. Как только высосали ману, заливают шамана, потом доигрывают ханта и убивают Каратреса. Ну, короче, времени больше выигрывают. Не знаю, мы его ебанули первый раз. Мы вообще залили этих пидоров просто ОЕ нахуй. Я не знаю, это было чудо какое-то. Ну, как это получилось, вообще не знаю нахуй. Где-то в видосах можно найти, но там не подписано, блядь. Ну, здесь жрица ебашит 20 с лихуем закат. Ну, это понятно, блядь. Она и тогда там ебашила так же. А тряпок может сложить нахуй. Конечно, Трезубец, он и без жрицы складывает. Мы уводили ханта, блядь. Я когда типам, ну, проэреливал эту хуйню, мы уводили ханта в угол, нахуй. И все, блядь. Жрицу первую. Потом, по-моему, мы били, блядь, ханта бежали. А потом шамана, а потом босса. Ну, танков, конечно, дохуя было, блядь. Ну, ты еще шамана забыл. Там же еще шамана. Не идите пока. Так. И там у Каратреса сейчас 64 мульта, всех остальных 46 или 48. Войт, могу руки позакрывать у Мишки? Ага. Оп, и Войт приоденется чуть-чуть. Ну хули, одну надо взять. Я могу еще потом взять. Ну да. Ты пацанов своих одень сначала. Этот предъем. Да там дохуя до пацанов, там следующий Нурлин. Короче, начали уже, побежали. Так, Ракшейн, не знаю насчет. У тебя, конечно, плащ хуйня, нахуй, а у этого чё? А у тебя вот этот ультраприст мало отличаться будет. Давай Ракшейну закинем. Ну да, у меня 258 как бы. Два СПД выиграешь, в принципе, можно, но давай закинем этому. Вот у него хуйня голимая, хоть и это пойдет. Кожаная башка. Я так-то, в принципе, похуй. Вроде Нарлин там был следующий. А у тебя сколько апнутых кусков на ДК? Один. Угу. Ой, блядь. Кстати, по поводу кусков, чего апать-то? А что-то я тебе хуйню отдал какую-то, да? Там кому голова нужна, я Нарлину закинул. Это, короче, надо кому-то. Распыл, короче. Где там Ленинград? Вы пробежали, да? А, будет, да, сейчас суманем. Ага. Ой, сейчас я передумала, я хочу побить. Сейчас посмотрим. То я там диспелила. Восьмерочка всего. Так, ну давай Нарлину тогда закинем, нахуй. Хули. А кто после Нарлина сейчас был? Я не помню, нахуй. А когда я? Не знаю. Так. Так, привод накопит. Присоните еще, кому печенька нужна была. Сейчас я гляну, кто ниже Нарлина. Биг Дэм и дальше МВП Хант. О. Нарлин, ты можешь уступить ему ПХ-ханту одну печеньку? Я ему сейчас передам. Да. Все, давай тогда, я тебе передам. Лучше апнем тебе печеньку. А у тебя сколько апнутых? Две, да? Ну, у меня одна геровская, одна 260. Вот.
Ну, хоть на сегодня нормально будет тебе. Так, тебе сейчас сниму. А скачу на минутку. Сутка. Так-то, по сути, хули можно ДСшником 245-м, ну, не фулл 45-м, а именно в 45-х Т4 гонять целка Геру нахуй нашими составами, блять. Я гонял уже. Босс. Так, посмотрим, кто что будет делать. Рыбку. Корми, что? Рыбку. Ой. Понял. Короче, под боссом Ролин. Так, чё, Венху хуёво там... Кает это кто, напомните? Зози? Зози. Зози, да? Зози, ты шаришь, как бегать там под ебалом? Ну, я другом всегда бегаю. Ага, хорошо. Так, кто там будет? Мейн, кто офф? Блядь, Лингрен, ты, наверное, мейн будешь танк. Хорошо. А Бурибай офф тогда, два пала, блядь. На пул на Лингрена будет. Бурибай, просто стоишь и балом торгуешь вместе с Лингреном. А остальные... Первая, вторая пати под ебалом бегать. Консилятор, короче, ты шаришь, как бегать, консилятор? На инха тебя свапну. Все, на инха свапну тебя, чтобы инх там... Не, это у него брони меньше. Так. Теперь, это, по рукам. А, подожди, нихуя, я что-то протупил. Давай, водикон под ебало. У шатастик закрывать. Ну, я ж сова. Ну, что поделать. Придется. И этот самый, и Аделька тоже давай в мишку. Две мишки позакрывают руки. Вот. Блин. Ну хочешь сразу? Хочешь? А, подожди, Вадикон, там же Катрисия есть в коте, нормально. Все. Спасли тебя. Ура! Нет, не ты. Не тебя, меня. Да блин. Не спасли. Что да блин? Я хотела побить самой. Руки закрывать весело. Ну, если Вадикон подъебало согласен пойти, то побьешь совой, ладно? У меня есть мишка. Я понял, блядь. Да в целка побить можно совой. Не, позакрывай руки спокойно, нормально будет. Ты, короче, с ушатастиком. Не надо. Кто постоит? Гламур. Да зачем? Ну, так а в чем мне хилить? Я Т4 шоками хуячу. Да не надо, зачем тебе напрягаться? Лучше стой спокойно, это самое. Смотрите, напомню, кто забыл. Вот босс... будет стоять, у него под правой ногой будет рука появляться. И вот там еще рука. Короче, вы это всю хуйню знаете. Вот там, кто там, Магина, Вулгрим, я думаю, не проебетесь. Вон там звезду поставил, там будет рука, если что. Не дай бог, вы проебете. И под боссом. Под боссом смотрите непосредственно Энх, Совы, смотрите. Сзади там вон у Шатастик, ну, звезда и кружок смотрят сзади. А мы центр и боковину вот эту, боковую вот эту площадку смотрим. Локи там, я на присте тут постою. Это, ну и смотрите, короче. А когда забегать, когда выбегать, Лингрен, наверное, скажешь, да? Когда... Да, он Рарник позвучивает. Рарник, ну давай ты тогда. Ты тут, Рарник? Рарник. Дай, пожалуйста, Ахиса пока что на секунду проверить. Он постоянно отходит. Рарник, ты тут? Прием. Ты принимай до готовности на 29 секунде, да? Я побежал. Рарник, прием, микрофон есть у тебя? Молчит что-то. Надо челиком поговорить, когда... Че, нет? Чё, я понял. Бля, ну поговори, Лингрен, тогда. Когда... Или кто там, кто давай. Шарит, когда забегать, когда выбегать? Катрисия или Лингрен, или кто, блядь? Ну, ладно, хуй с ним. Я умею только танчик. Не, ну когда забегать, когда выбегать надо. Да я хрен знает. Ну, что раги накопил, выбежали нахуй, все. Лёха, смотри, там идет. О, я знаю, сейчас включу, короче, стрим и будет Костя. Я тоже включу стрим, давай. Да, смотри, по-моему. Охуенно придумали. Нормально придумали. Принимайте готовность там, Гламур, Рокшейн, вы где? Первая, вторая пати, не проебитесь. Так. Готовы были? Нет, что-то не видел. Ладно, похуй. Даю отчёт. Это, не сорвите с Лингрена, на него сейчас наплыву давайте. Не сорвите только с него. Там 4000 всего ограбляет. Чё, ты будешь хилить, я не проблема будет.
Рави стоп. Смотри, Леха, видишь, печка неактивна, 25 секунд. Когда активируется печка, ты обжигаешь. Рави, и говоришь, чтобы они съебывали. 5 салип. Потом... Ну, типа... Минус 3. Это что было? Это было 2? И как? Что это было, нахуй? Ладно, подожди, ну... Сейчас, типа, если не будет адского... Адский. Не, ну, это, типа, надо разжевывать и в рот класть. Ну, значит, надо не бить и говорить вам все нахуй, я понял. Падайте, диван там, хуй знает, что-нибудь, блядь. Так чисто, ну, для понимания миликом объясню. Вот чисто по памяти, блядь. У босса есть способность ошеломляющий удар. Она кастуется 10 секунд. Первое. Запомнили, да? Она бьет физухой там 200 тысяч, делится на все цели перед лицом. Все, запомнили, да? Вот. Значит, если у босса перед лицом находится меньше 10 человек, на этот ошеломляющий удар они ловят меньше 10 человек, если 9, скажем, ловят, то босс моментально накапливает 100 единиц ярости и моментально начинает кастовать адский удар. Адский удар, что это такое? Это фронтальная АОЕ, которая наносит сразу 40 тысяч, кастуется 1 секунду. 40 тысяч урона от огня наносит раз, это вас шоты. Танков не шоты, потому что они выживают. Вот. И эта хуйня вешает на весь рейд, на каждого человека, на все 25 человек, дотку, которую надо захиливать. И после каждого адского удара она еще на боссе настакивает баф, который увеличивает его урон от огня. Вот. Эта хуйня опасная, блять, она шотает. На этой хуйне под ебалом должны находиться только танки. Значит, у босса есть еще одна хуйня, из-за которой он ловит 100 ярости. Это печка, которая над его головой стоит, которую лицом к нему танчит. Вот. Печка, когда босс стоит, и печка, это огонь появляется, начинаешь дергать босса право-лево, и тогда босс ловит дебаф. А обугленная хуйня, вот это огонек нахуй. Как только он заканчивается, этот дебаф на нем появляется 100 ярости. И он сразу кастует адский удар. Вот. И вот эту хуйню надо подгадать. Короче, блять... Надеюсь, хоть что-то кто-то запомнил, блядь. Все, что вам надо, это смотреть, шкаф. Смотреть на ярость босса, на тайминг, когда он обжегся. Ну, то, что вы сдохли там сначала 4, потом еще нет, тело, блядь, под ебалом, это хуёво. Тыкните. Диберса еще 10 минут тут есть, если что. Сука. Горло першит, блядь. Прошло еще немножко. Так, что-нибудь забрать. Даю отчет. Сейчас под ебалом находится только два танка. Стойте под левой ногой. Первая, вторая пати. Под ебало. Под ебало. Смотрим сколько. 13 человек. Кто-то лишний забегает. Вадикон сорвал агро. Босс не таунтится. Напоминаю. Омен качаем, пацаны. Там мобы бегут. Мобы бегут, хорошо. Падаем, короче. Ясно, нахуй. Короче, вот так сделаем.
Короче, исправляйте эту хуйню, надо учиться вам без меня это убивать. Так, это неправильно, блядь. Если такое, ну... Эту парашу пуги закрывают, блядь. Если чё, у меня здесь в 45-м шмоте. Так что, блядь, ну, либо, ну, начинайте понимать, либо я хуй знает. Всю жизнь, ну, типа, один войд будет танчить, блядь, всю жизнь, что ли, это будет. А, ты на ДКшника пошел? Ну, блядь, выхода нету. Они срывают, нахуй. Ну да, так моментально сразу пулят. Стопнуть вообще нельзя, нахуй. Ну, никак, нахуй. Ну, любого танка это убивает. Даже про товаром я танчил, блядь. Просто надо рейду пизды дать хорошенько, нахуй, чтобы они, блядь, секунд 20 ну, почилили, никого. Блядь. На пулы там два на пулы всего, блядь. Не шат нихуя. Как они там что сдавали, хуй знает. Если я, короче, блядь, просто бонус пропишу ИП и все, блядь, что я прыгаю туда-сюда с прессовом, блядь. Вот 500, нахуй. Хуяк. Опачки, да. Сюда. Ну, блядь, то пристом, то этим-то ДКшником. Вот, на следующем КД давайте... Чтобы научились говорить, когда выбегать, когда забегать. Чтобы стопать, ДПС научились. Надеюсь, без моего ДКшника можно рейд закрыть. Да держи, все было. Вот рыба. Короче, Лингрен в танке со мной. Я на боссе. Бурябег в этого ДД. И также все это. Сейчас я себя в пати перекину. Кто у нас там? Катрисия на свободных щах, короче, тебе повезло, блядь. Бегаешь в жопе. В коте, блядь. Че, ты въебало хотел побить? Там вон нормально. Или че, или может рогу? Да не, нормально. Нормально, нормально. Дайте дживс. Алло. Алло. Не, нету дживс. Приста бафа нет. Ну я хуй знаю. Ультрадруль, ультраприздаем баф. Он от дживс. Нахуя, нахуя в сову, что ты в коте не побьешь? Ну как хочешь, хочешь в сову, и ну похуй, типа. Да давай, 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 похуй. Бидон скоро зайдет. Да, давай. Бидон в рейде. Да, вбить в жопу, с тебе же сказали. Типа, да давай, блядь. Ты спекнулся в сову, нет? Ты заебал, ну спекайся. А, ну все, иди. Блядь. Заебал. Короче, пикдем только отсутствует, все. Пошли, Лингрен. Сейчас еще тайминг бирсы включу, блядь. По сейвам у нас хуево, гимн один только на хп, нахуй. Это вообще очко просто. Не знаю, как бомбить. Но у вас это протопал есть. А хули толку, блин. Новые холики. Мастер-трой. Если босс сдвинется, как попало, нахуй там. Смотрите, блин. Подъебало. 10, нормально. Че, так и стоим. Я говорю, дохуя у них, конечно. Я вот не помню, третий стоят, да, вроде стоят. Стоят, стоят. Вот этот стоите. Ну и все, идите за спину. Всё. Обжигай. Оно сразу обожглось почему-то. Нормально, тем лучше. Не, по сути его даже не надо водить никуда. Подъебало, быстрее, быстрее, подъебало, быстрее, 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 нахуй. 10, хорошо.
Вы этот момент сами не проебываете, потому что вы, блядь, ну, вот это к вождению за ручку не привыкаете, блядь. Вот сейчас стоим. Вот следующий тоже, да, наверное, еще третий. За спину уходите. Идите за спину. Что-то не обжигается нихуя, тварь. Он поздно обжегся, ну ладно, похуй. Ну, скорее всего, сейчас ошеломляющий даст у нас. Да, мы уже не зыбку готовим. Так, незыбка пошла. Адский. Подъебало. Подъебало, вставайте. Ну тут видишь, он ошеломляющий дал, потом адский. Время есть еще до следующего ошеломляющего. Следующий стоит. Можно его чуть позже обжечь просто. Вот так вот. Оп. Обожгли. И сейчас он докастует. Вот этот докастует и быстро за спину. Все, идите за спину. Быстро ушли. Подъебало, вернулись быстро. За спину. Надеюсь, вам те, кто 10 миликов, первая, вторая пати, надеюсь, откладывается в голове. Почему все подъебало? Ебать, чего вы так просили? А, это просто дотка была. Это по мане там сделайте, чтоб фул у вас было хилы. Побыстрее. Трависта, Трисия, по ультрапресту дайте и на. Закройте это слева. Руку слева. За спину. Сейчас, короче, я буду незыбку давать. А. Подъебало, вернулись. Дал, не подъебало быстрее. Незыбка на рейд. Есть? Ну что ухи, это нахуй? Ухи. Мудаки нахуй. Обоссанные. Какой-то пидор не забежал нахуй. Ну и вот и что теперь делать нахуй? Тауны, блять. Вот кто, сука, не забежал нахуй? Одно тело тупое просто. Дебилы, блять. Найдите его. В очке его найдите, блять. Вот я рот ебал нахуй. Почему вы такие бичи нахуй? Вы не знаете, что 5-секундный каст, ну надо, сука, 10 тел под ебалом, чтобы было. Вы что? Вот кто не забежал нахуй? Сразу скажите. Рога, ты не успел. Сразу говори, бля, я дам ГП нахуй. Кабала, кабала. Кто не успел нахуй? Кает, консилятор нахуй. А, сейчас я по информации о смерти, нахуй, о смертях вычислю, нахуй. Либо признавайтесь, либо сотка будет, нахуй. Смотрю всех, нахуй. Иди сотка. Либо 5, либо сотка. Так. Консилятор смотрю. Адский удар. Ёбаный. Это кто? Ещё нахуй травишься, блядь? Ки, блядь. Сейчас скажу. Мне показывают, что я от ближнего боя его первый пизданул. Нет, уже мне строго каким-то образом его ударил. Гламурчин. Не, мне показывают, что я именно с руки ему
Он ударил себя. Не ты его, он себя. Похуй вообще. Да. Нет, у меня показывает первый удар по боссу гламурчен. Да, такая же фигня. Атака ближнего боя. Так, а я сейчас, блядь, найду, кто это нахуй. Ты не забежал, нахуй. Все, он это вычисляется. Нет. Ты вообще, дед, что там пиздишь, блядь? Не пошел в рейд, сидит, чилит, комментирует. В смысле не пошел, блядь? Я уступил место человеку, которому нужнее. Слушай, а я не знаю, кто не забежал-то нахуй. А ты не вычислишь по смерти? Да. Там непонятно. Там все от адского умерли. Количество урона полученного, количество раз урона полученного от сокрушающего удара. Ну, бля, мне уже умрёшь. Блядь, вот первая, вторая пати, вы совсем мудаки. Вот кто с вас не забежал нахуй? Давайте говорите, блядь. Или что нахуй? Ну, это пиздец просто, бля. Я не знаю нахуй, как такими можно быть нахуй. Или пятисотку. А там хуй кто скажет. Бичи, сука, блядь. Засали, блядь. Хули, не мужики просто. Поставьте, я все сознался. Короче, ДДшников поставим в угол. Но... Я нахуй по видео посмотрю, сотка потом прилетит, не удивляйтесь, нахуй. Я по хп посмотрю, кто не словил урон, нахуй. С нас не, 10, ну за блядь. Видео это уже не сотка. Тоже пятихаточка, пар. За видео уже косарь. Это уже пару соточек чисто. Или пару косарей. Ну или Пищина. Тогда проще кипнуть с гильдии, да? Давай. Все. Не, ну это слишком. Да вообще вахуй, вам в кайф типа сидеть нахуй в этом говне, нахуй, который убиваться должен с первого трая. Тут челики пуги 45-е убивают эту хуйню, блядь, с закрытыми глазами. Не хотите, блядь, разобраться, понять, блядь, чтобы убивать. Так на Джане тоже надо разбираться, еще побольше, блядь, чем здесь, нахуй. Раз в 100, нахуй. Простите. Сейчас биг демо в рейд, ебанем. Пожалуйста. Вместо этого. Я думаю, это не изменит ситуацию. Хули не изменит, все изменит. На, держи квест. Быстрее бы добили 10 лямов этих, нахуй. Пошли, подбегаем. Кулак по друидам бахните. ПДК, паладинов 5 штук, нахуй. Давайте быстрее, сука, с кулаками, со всей этой залупой. Хантам, тоже кулак. Охуеть, блядь. Больше всего не люблю, когда вот рейды ходить, это слушать кулак, каску или МП5. Всякие вот эти, блядь. Напишите в ПМ, блядь. Один сказал, другой сказал, нахуй. Все, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Шопа горит, блядь, с этой хуйни. Подъебало. Чё, за спину идите? Подъебало. Слева. Руки слева. Слева руки. Угу. Рвист Вадикона. Дианцев вставал. Вадикон рестит шмага. Так. Слабый тотем. После этого сразу быстро за спину убегайте.
Повезло, да, что я, бля, бегать умею? Ну, просто тот раз позже обжег. Под ебалом, да, надеюсь, первая, вторая? Так. Да, не был какого-то дауна ебаного. Спасибо, блядь, хуесосы. Сука, я вообще в ахуе с вас, нахуй, уёбки, блядь. Какой пидор сейчас не забежал, нахуй? Короче, Кает, это кто? Ты не забежал? Я забежал, танк стоял. Кто не забежал, нахуй, с вас? А хули ты не забежал, нахуй? Ты не вдупляешь до сих пор, блядь? Я сколько тут сижу, разъебываю эту хуйню, тактику эту ебаную. Объясняешь вам, нахуй, из-за этого говна вайпа ты не забегаешь. А тот первый раз ты забежал, не забежал, блядь. Вы дрочите, что ли, или чё, нахуй? Сейчас ты не забежал, потом, блядь, Рарник не забежит, потом, блядь, Лингер не забежит, потом я выбегу, нахуй, покурить, блядь. И что, блядь? Может, ебанем нахуй, босса, или что? Ну, я не понимаю вас просто. Вам приятно это слушать? Хуйню, что вы, блядь, гуси, нахуй. Хуйню делаете. Почему нельзя убить, блядь? Почему нельзя под ебало встать 10 человек назначенных, нахуй? Первая, вторая пати, блядь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сука. Пиздец, я не знаю, нахуй. Это пиздец просто, блядь. Как гильдия-то называлась, сука? Гуси? Какие гуси, нахуй, вечерние, в которой я был, нахуй? Та же самая хуйня происходила, блядь. Tomorrow Sunday. Tomorrow Sunday, нахуй. Та же самая хуйня, там гэм ливал, нахуй, оттуда, блядь. Просто незакрытый груль оставался. У меня терпение побольше, блядь, но я не знаю, что у вас, типа, почему, блядь, ну... Каждому персонально объясняешь, блядь, кто не понял, может вас свичнуть, нахуй, отсюда и все, блядь. Приора нет, может, люди стараться из этого и не хотят, нахуй. Да. Есть хотите? Да. Да, давай, блядь. Давай, Биг Дэм, в рейд, Кает, иди почиль. Твой ТПС маленький, я ебал такую хуйню. Давай, портуйся, короче. Биг Дэм, ставьте шкаф, сумонить будем. Нехуй там чилить, сидеть на замене. Ну, мы тут... Глядишь, может, убьют, блядь. Пока не успели. Ты на Зозе, кстати, получал в первом рейде? Да. Чего? Тебя совсем на ДК нету? ИП, блядь. Где он, что-то найти не могу. Сука. А где он, ёбаный рот? Нет, там все по нулям. Ноль ЕП, что ли? Ноль ЕП, ноль ГП. Там все по нулям. Ой, блядь. А есть фласк? Масло кончено. Блять, плюсани обратно, я ебал в этом списке искать эту хуйню, нахуй. Плюсани в гильдию, блять. На всё виноват Слава. Всё, иди почиль. В другой раз убьем, когда с первого трая пацаны будут играть, блять. Канцелятор, надеюсь, ты хуйню не исполнишь такое больше. И кто там, блядь, первый раз это сделал, блядь? Надеюсь, у вас, блядь, сзади собака укусит, нахуй, в спину, блядь. Какая свинтура, блядь. Или кошка. Или кошка, или, блядь, ёжик выебет. Укусит слабо как-то. Всё, блядь, даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Надо подъебал, он сказал, что я не скажу. Нет, адский сейчас сначала будет, блядь. Ты чё, накурился? Вот теперь подъебало бежим. Ты смотри, не прослакай, блядь, там повнимательнее. Я забежал, подъебал, вернулся. Опять сдохли, а? Да. Пиздец, опять кто-то не забежал. Да. Идите за спину.
Слева руки закройте. Руки не закройте, блядь. Пизды получите, сука. Я проеду и вычислю вас. Поебала. Быстро подъебала. 10. Нормально. Повезу, припал, я там руку закрыл еще, блядь. Ты давай там в руки не попадай, блядь. Левая нога знаешь где, блядь, у босса? Это если на лицо смотришь, это правая, блядь. А его это левая нога. Вот правая там не бегай, там руки появляются. А то будешь в замедлении, не забежишь нахуй. Еще один стоим. За спиной. Пиздец. Подъебало быстро. Утро прессует Иннер, киньте, Рависка. Еще стоим? Один. Да, да, и третий еще стоим. Сейчас я чуть позже обожгу его. Вот так вот. О. Че, за спину? Подъебало быстро. Слева, две пары. Че, вот сейчас еще, по-моему, да? Бидон, поставь, пожалуйста, тем на ману. Да, наверное, еще. Ману, рез идти на фул, палы сухие. Друиды, блядь. Все, кто не скинул, Иннер еще скиньте, блядь. Вот этот стоит и уходите за спину. Ушли за спину быстро. Что-то не. А, вот обожгу. Руки слева. И подъебало быстро. Быстро. Не протупите. 10, хорошо. На следующий раз у меня не зыбка будет. В принципе, сейчас было. Ну, сейчас я сдал просто сокру. После этого уходим? Да. После этого уходите. Хотя... Да, нормально. Там адский он у нас даст. Что он мне еще даст? У двоих ничего страшного, у меня не зыбка есть. Руки слева. Сейчас вот он дает. Я на это не зыбку даю. Так, адский. И подъебало. И все, и там 10 лямов добьем. Да хиль теряет. Быстрее на фул первую, вторую поднимите. Ладно. Так и не выбрался на второе место по агро. Так а там хуй выберешься. Ну сейчас агро набор упало, пиздец. У тебя если то тебе в ДД шмоте надо быть, чтобы выбраться. Ну это рынки одел ДДшный. На рогу? Я ливнул сразу, чтобы ты зайдешь на рогу? Ну чтобы. Я с доприста зайду. Ладно. Так, чё там, блядь? Прямо выключать. Бать, мы полтора часа тут проебали просто. Чё у меня там, блядь, выбор бесконечный стоит, что ли? Ничего не могу понять.
Где Магина? Сколько выбор-то у меня стоит? Секунду. 15 вроде должно быть. Да, вроде 15. Ага, это баг какой-то, значит. Так, вот это говно надо кому-то. Шея на хила хорошая. Мне нужна. Вчера выпала. Я там Сэджи лутается. Так, ультраприст. Он первым печеньку не отдал. Дирокшейн. Я видел. У меня вообще 2-3-2. Кому Пусть... закинуть Дирокшейну или ультрапристу? Ультраприста вон там 32-я хуйня. Присту закинем. И это, про товары. Есть? Мы бигдем про товары. У меня съебался уже. Ханту, протоханту. Да ебаный, да куда вы все делись? Я съебался сразу. Ты заебал это говно кидать, блядь. Ну скинь, вон распылят. Кто там? Катрисий, скинь, я распылю. И себе заберу, нахуй. Так. Сейчас на историю дам. А ты первый престом получал? За первое? Да. Называется. Пошли целка, нахуй. Куда вы поливали-то? Некуда. Чё тебе, Гатриси? Хочу. Давай все, что надо распылить. А тут у меня нет нихуя. Я Лингрену скинул. Уже распылил. А если был кто портит?